По новым нормам работодатели теперь должны добавить к ежегодному отпуску своих сотрудников старше 40 лет еще один день. В связи с чем внесены такие изменения в законодательство, рассказываем далее. Согласно российскому трудовому законодательству, ежегодный оплачиваемый отпуск должен составлять не менее 28 календарных дней. Теперь в Трудовой кодекс внесена поправка. Каждому гражданину старше 40 лет предоставляется возможность один раз в год взять дополнительное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним рабочего места и среднего заработка. Данная мера направлена на то, чтобы дать человеку дополнительный день для прохождения диспансеризации. При этом отмечается, подтверждать, что 29-й отпускной день действительно использован для медобследования, не придется и никаких справок не потребуется. По мнению властей, подобное нововведение не только позволит проще проходить процедуру диспансеризации, но и повлияет на продолжительность и качество жизни граждан. Новое положение в Трудовом кодексе вступает в силу с 11 августа.